Нет, это встроенная. Так. Что-то я забыл, где у меня там папка выведена. Настройки. Вывод. Запись. Папка вывода. Ага, юзер. Ведешь. Конечно. Надо будет поменять потом. Пускай так будет. Да. Да. Так, подождите секунду. Зуб бил этот. А, на середину. Так, вот что-то сейчас я вообще не понял. Звук у меня идет, а картинки нету. Так. Ассет производительность. У меня на первом как будто тормоза держит. На первом ведущий так. Поставь, на втором ведомый. Не забывай про это. Нет, там это плюс-минус так же работает. Люди, кто знает, что за хрень? Почему у меня... Так, почему у меня звук записался, а картинка черный экран? Видимо, сцену неправильно настроил. А где это настраивать? Господи, боже мой. Так. Пока. МП4. Угу. Не дабл, я эсхой. Это он в реверс назад встанет. Зачем ему? Да. И... Это немножко не так работает, но ладно. Так я вчера с затяжки соединял уже. Я проверял уже. А, ну если я сейчас перезайду, шальтер, это типа нету напряжения на двигателе. Ага, все.
Я аварийку включал. Да, да, потому что я сейчас их расцепил. Я не могу просто вперед приехать и все. Нет, да, вчера ездили. Чё, какой сережка расцепил? Всё. Так, по идее, я все настроил. Сейчас проеду двенашку и как раз посмотрю. Все, поставил пресет производительности. В настройках записи. Вроде как теперь поменьше лагает или вообще не лагает. Не могу я адекватно это воспринимать, блин. Вообще. Не, и все равно он чутко подлагивает. Не, первый вагон не едет вообще. Ну, естественно, будет подлагивать. Ну ладно, фиг с ним. Не, это не так сильно заметно, что прям... прям пиздец. Хотя вот, например, на нынешнем Мюнхене я играть уже не смогу. Будем надеяться, что его реально оптимизируют. Я до конца нажимаю. Назад. Реверс во втором вагоне, насколько я знаю, надо ставить также вперед. Он у тебя работает, как... Он уже у тебя считает, что это задний вагон. Да, жалко, тут двери нельзя пока по одной открывать. Можно? Можно? Mm-hmm. Чуть я не замечал, я видел. Собираться на тренировку уже. Так что и вечерком соберемся, хорошо? Да. Ставишь в режим открывания вручную. Это идет в настройках? Нет.
Ты на GT-шке же? Я на Татре. Да, на Татре не ебу. Хотя, скорее всего, так же. Пожрать еще надо. Маус? Жалко мне маусов. Ничего, их из игры вывели. Ой, ну... Я знаю. Из ветра прокачки. А если я таки успел Каэлиан и вторую пантеру сохранить? Начал их исследовать. Хорош. Каэль хуйня, а вот пантера 2 более-менее годная. Каэлиан хуйня. Полная. Хотя да. В принципе, на видео, как я его разъебал, это было видно. Хотя он одно время боеукладками танковал, что писец. Это он может. Мог. И все равно как грязи. Блин, меня бесит то, что вот этой вот VRV, я ее, блядь, выкачал, боимбовал на ней. Да, а потом блять, выкрутили шанс взрыва боекомплекта на 500% походу. Потому что он взрывается от каждого плевка в нее. Ну это тебе так значит не везет. Это, знаешь, пролетит какой-нибудь сверху спидфайр, пилот высунется из кабины, насрет в рубку, БК взорвется. Вот так. Ну это тебе совсем не везет. Мне БК на ней кто только не взрывал. Я не знаю, там, по-моему, даже М2 один раз ебанул. Знаешь, самое обидное, это когда Моусу БК взрывают. Блять, ему БК... Ну, блять, немцы бы еще сделали это. Знаешь, БК просто на всю бобтину. Там куда не попадешь, везде БК. Это да. Я не знаю, я понял для себя одно, мне выгружать снаряды себе дороже. Я единственный танк, из которого выгружаю снаряды, буду выгружать, это Хеншелевский КТ. Там несколько снарядов, он сильно от этого не теряет. Все равно в первую очередь в башне. В башне? Да бля. Куёво. Так что сосать подано. На 44-ке сосать подано, сотой. Да на любой 44-ке, там БК везде. Да не то, что БК. Там, блядь, неподвижности, нихуй. Ладно, у обычной 44-ки подвижность есть, и лбом она еще иногда этим НЛДшкой потанковать может. А сотая 44-ка, там ни подвижности, ни брони, ни хуя. Там даже орудия нормального нет. У сотки? Ну сотая пушка, ну, блядь. Она там охуенное орудие, им надо уметь, правда, пользоваться. Совки стали сильно скилл-зависимыми. Ну да. Не знаю, но я, в принципе... Это очень сильно чувствуется. Я, в принципе, такого жопоговения на 44-ке не чувствую. То есть, прям нету такого, что... А, блядь, сейчас космическую программу, блядь, открою. Конечно, подгорает иногда, но... Нет. Я на 44-ке не играл, для... во-первых. Кроме совков, блять. Да, совки для меня слишком скучные стали. Я терпеть не могу такую технику, которой нету в ВР. Не знаю, в этом есть какая-то своя, это... Ваша подкушенная. Это знаешь, как... Выкатываешься на 3-4, и тебе надо успеть
выкатиться из-за холма, ебануть пантере в уязвимое место и откатиться, пока пантера не повернула на тебя башню и не ебала. Комет, задний ход 3 км в час. Пантера, да клади, бля, Белды. Минус не, 3 ну, сразу, а потом ну, комет, не успеет. Комет пантеру побивает хотя бы. Комет пантеру на вылет выносит. Ну, а то ведь четверки надо целиться куда-то, или под башню. Или в НЛД, и то в НЛД, ну максимум ты выбьешь там, я не знаю, мехвода и этого, стрелка-расиста. А остальные-то живы будут. Я вот у советов все хочу или 6-го Исина, или 7-го Исина. Они, бля, премиумные. Прокачка побыстрее пойдёшь. А, 7-й Ис, ты видел его цену? Да видел. В том-то и прикол, бля, что нету денежку. Он около штуки баксов стоит. Отправил вон видос на Thunder Show. 5000 орлов, может быть, надеюсь. Хотя вряд ли получу. Тогда, может, прям какой-то совет куплю, блядь. Качаюсь чуть-чуть. У меня у совков БТшка это, естественно, есть. И этот. Кого? 34-ка, 57-я, 43-го года. А у меня только БТшка. У британцев вот я комет на предыдущем марафоне нагриндил себе денежку. 15 баксов, сейчас он стоит 25. А на предыдущем марафоне я его не выполнял, я его в конце, когда мне уж попёрло, я там его выполнил буквально в последний день и забрал все фау. Я успел, сколько баксов, 20-22 где-то нагрендить. Но мне это было нужно, чтобы тупо комет купить. Мне не нужна была бы ФВшка. Ну, в принципе, я ни разу не пожалел. И я тоже ни разу не пожалел, что я забрал ВФВ, потому что я... Она хорошая, да. Да. Она у меня до сих пор, кстати, в сетапе стоит у немцев, по-моему. Я играю уже на БРах. Высокий БР, да. 6.3 я играю, она, в принципе, актуальность она... свою не теряет. Ну, у нее на 6.3 актуальность рано терять, и у нее орудие да, от КТ. И прям зарядка, я не знаю от чего. 4 секунды, куда это? Пулемет, блять. Ну ты еще асов на небе еби. На, ты мне ров дай. А че, бесплатно не хочешь закачать? А сколько там качать-то, ебать? Фу его тучу. Ну так. На комете я почти выкачал. Не, у меня пока другие приоритеты. Я себе итальян.